С 12 по 15 января в Омском велотреке прошли матчи 6-го тура чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги А. В своем первом поединке спортсменки АМИ сразились с Муромом из Владимирской области. Обе команды ведут борьбу за место в тройке сильнейших. Наши волейболистки уверенно начали поединок и выиграли первую партию со счетом 25-18. Стали выдавать отрезки, знаете, комбинационной игры. То есть, как бы не просто там высокий мяч в 4, а чтобы действительно разрывать блок. Мы делаем выводы из своих прошлых игр, просматриваем, какие комбинации получаются, чтобы нового добавить, как там по отношению к разным игрокам, какую комбинацию выиграть, это тоже есть такое. Волейболистки Мурома перестроили свою игру, улучшили действия на приеме, убыстрили розыгрыш мяча. Соперничество перешло на более напряженный уровень. Гости отыгрались, амички вновь вышли вперед в третьем сете. Но в решающей части матча нашим спортсменкам немного не хватило темпа в длинных розыгрышах. Встреча завершилась со счетом 2-3 в пользу команды из Мурома. Я думаю, разыгрались. Все-таки зал новый, зал, можно сказать, сложный. Вот, поэтому в какой-то момент нашли свою игру. Волейболистки АМИ проявили характер, нашли силы прибавить. Важную роль сыграли болельщики. Поддержать команду пришел губернатор региона Александр Бурков. Наши волейболистки улучшили игру на приеме, на блоке, в атаке и выиграли 3 матча к ряду с одинаковым счетом 3-1. Амички дважды победили московскую команду «Луч» и взяли верх во втором поединке с Муромом. Конечно, сыгрываемся, но хотелось бы, да, вот больше какой-то комбинационной нам игры, чтобы все-таки уверенность была у нападающих, уверенность у связки, то есть вот эти вот звенья, чтобы у нас работали, чтобы мы от игры получали удовольствие. Хочется к этому прийти, чтобы, ну, понятно, хочется победить, да, от того, что ты хочешь победить, ты все время в каком-то напряжении находишься вот таком, но надо научиться играть, как сказать, от души. Идем на правильном пути. Ну, надо добавлять, это мы знаем, это мы видим. Над этим мы работаем. 4 матча 7-го тура он сыграет в начале февраля в Тюмени. Соперниками наших волейболисток будут команды «Уралочка-2» УРГУ и «Уфимочка-УГНТУ».